Существует поговорка о мартовской погоде: пришел марток, надевай 7 порток. Так что этот месяц во все времена был со сложным характером. И неудивительно, что на смену очень теплой погоде середины марта пришла погода ненастная и ветреная. Высокий и мощный антициклон, на западной периферии которого находилась территория Рязанской области и на которой отмечались сильные ветра и до сих пор еще отмечаются, медленно уходит на Урал. А запада также на территории области подходит североатлантический циклон и характерные ему атмосферные фронты. 1-2 апреля сохранится ветреная погода с порывами до 15-20 метров в секунду. 3 апреля ветер уже ослабнет. Ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Температурный фон ночью -3, +2 градусов, днем +2, +7. Ближе к выходным температура воздуха дневная на 2-4 градуса повысится. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, погода вполне соответствует климатической норме. А то, что апрель уже наступил на пятки первому весеннему месяцу, явно означает, что тепло и солнце не за горами. А весеннее настроение пора готовить уже сейчас.